Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Так, ну что, 5 брокколи забираем за сегодняшний день. Так, давай-ка, они нам пригодятся. Так, а за март мы получаем с тобой одну перчатку. Всего лишь одну перчатку. Несчастную рваную перчатку. Так, ну что, а у нас ивент новенький причем. Я так понимаю, потому что все, что мы до этого проходили, почему-то уже куда-то улетело в небытие. Ну что, я вижу там гаргантюаха и мелкие... И мелкие, опять же, лепреконы. Окей. Так. Нормально, через пенек сейчас будет вообще все ништяк. Блин. Сюда поставим. Идут, идут. Да сколько же вас тут, а? Давай сюда еще вот так вот сделаем. Ни один зомбарь не пройдет мимо. Так, гаргантюаха прет. Прет, ребята, гаргантюа. Так, где у нас там? Ты смотри, что творит, а? Ты посмотри, что он вытворяет. Все, сгорел. Так, а там еще идет партия. Там еще идет партия. На! Так, стоп, 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 стоп. Вот это заберем. Они, ребят, даже вообще здесь ничего не успевают. То есть событие такое изящное, что даже не вспотели. Так, ну а пиньятушки мы с тобой заработали. Давай вот это возьмем. О, 10 брокколи, 10 примитивных орехов и 1000 монет. Ну что, я думаю, что это событие стоит еще разочек пройти. Надеюсь, получится. Ну что, ребята, готовы? Я готов. Так, почему-то мне дали сразу пушку. Давай-ка, шипы. Так, а пенек у нас уже с тобой будет обычный, да? Без всяких там ультушек. Да, самый обычный пень. Так. Хихикают еще. Блин, ну их тут много. Очень много. Шипки. Так, сейчас пойдут гаргантюахи. Уже затопали, затопали. Уже затопали. Да что такое? Прокашляться не могу. Так, тихо. Так, ну-ка. Бэм, бэм. Подбили? Подбили. В плане не подбили. Ничего себе. Стоямба. Захотели-то чего, а? На. Ни один зомби не пройдет мимо нас. Все. Ну что, давай теперь начнем вот снизу. Алоэ. Так, это мята. 2500. А куш был вот здесь. Это что такое у нас? Новый... Новый режим. А, так Пенни прусует. Какой же это новый режим? Это старый режим. Пенни прусует уже давно. Так, ну что, мы здесь прошли, получается. Давай-ка зайдем сюда и посмотрим. Забрать все. 2000 монет плюс 3 кристалла. Вот, друзья мои. Так.
Тут у нас есть гемы, и вот есть за одну пиньятушку подраться. Поехали, давай посмотрим, что тут у нас. Что это за пиньята такая будет, ради которой надо драться. Так, зомби с факелами, да, со всей прочей ерундой. Гамнат. Жевательный гамнат, это как плюсы? Жевательный орех? Ой-ой-ой-ой-ой, вот это плохо. Идут. Правильно, по спине. А вон и эти. Эй! Не, ну, какого лешего? Да. Ну-ка. Бублигум. Тихо ты. Бомбим, 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 друзья мои, бомбим. Так, еще будет волна, так что пока терпим, пока ждем. Поздно. Поздно. Так, ну что, внизу, я так понимаю, это последние зомби, которые будут, да? Блин, какой же вот этот вот бык мощный, а, ребят? Но мы вроде победили. Кто там хрустит-то, не могу понять никак. Слышишь хруст, как будто кто-то кого-то грызет. Что-то я не понял. Я думал, что все. Они все откуда-то ползут и ползут, ползут и ползут. Может, хорош, ребятули? Ну, надеюсь, все на этом, да? Окей. Первое испытание у нас, получается, пройдено. Опачки. Листочек какой-то получили. Так, ну это еще... куда я нажал? Ё-моё, ребята, не туда. Не туда я нажал. И что я тут должен сделать? Как я... Ну, могилоед, я понимаю, что тут есть, но... Чё-то я... Так, давай, 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 вот это вот все уничтожай. Да заморозься ты уже, а. А-а-а, прет, прет. Опа. Блин, там кубоголовый идет. Да заморозься ты уже. Ну-ка, капусточка.
Ты посмотри, посмотри, что кубоголовый, кубоголовый делает. Да ты замораживать ты будешь его или нет? Поехали. Просто своими могилами тут все заклепали, а ты посмотри. Стынь. Да ну, тут какая-то жесть. Влупляй. Мне уже просто даже поставить некуда. Еще вытворяет. Ну, вроде бы я справился, да? Вроде. Да, все у нас получилось. Эти могилы, которые могилы плюют, это какой-то трэш был на самом деле. Просто они идут и раскидывают свои могилы везде. Но, слава богу, капуста тут справилась. Я не тот ивент взял, ребята. Что это такое? У нас вот. А я пошел за кристаллами. Там мне не пройти, наверное. То есть я что, должен... Да я должен его защитить? Или он так просто здесь стоит для красоты? Ага, ага, ага. Поехал. Опа. Баблгам, да? Так. Куда вы собрались-то, хламоны? Я что-то не понял. Вляпались в жвачку. Вот теперь сидите в этой жовке до посинения. Так, сюда мы шипы поставим. А, тут тоже вляпался, да, в жвачку. Тут у нас тоже вляпался в жовку, получается. Я тут все завалю этими жвачками. Никто никуда не пройдет. Так, ну, волна, волна скоро пойдет. Этот мелкий, да, он долго, конечно, ребята. Трэш. Ну, куда ты, бунг, че ты поставил? Ну... Слушай, они вообще на шпах же погибают, эти пианисты, или нет? По-моему, погибают. Видишь, как они нас потихоньку... Все... Оу-оу-оу-оу-оу-оу, наверху. Успел, да, их уничтожить? Успел. Так, это последний у нас идут зомбари. Последние, так сказать, зомбарики. На воздушном шарике. Вот мы под них шипы поставим, пускай они стоят на шипах. И бонг-чой сзади. Все. Второй раунд тоже у нас пройден. У нас, кстати, почти, почти, ребята, 11 тысяч монет. Мы можем что-то улучшить. Третий уровень. Цветочки. Так, гаргантюахи, да, стоят?
Блин, они пошли немножко не там. Ну. Ай-яй-яй-яй-яй. Тут что-то как-то побежали, не слишком рьяно, я смотрю. Опа. Вот, ребята, и гаргантюахи идут. Лоп. Он же попал, по-моему, в жвачку, да? Он попал в жвачку. Получил. Смотри, как он, а? Крепкий. Бомбишь его, бомбишь, а ему все равно. Да. Что-то тут, ребятушки, вообще трэш. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорош, 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 гаргантюаха. Просто он там проминает все. Вот сюда, наверное, еще поставим. Этот что-то вообще какой-то неубиваемый. Сколько он уже тут стоит, бомбит все. Хорош, завязывай давай. Подбили, наконец-то. Еще одна волна, да? Еще одна волна. Воу-воу-воу-воу-воу. Да там ни одна, ребята, там целая армия. Давай так сделаем. Так, еще одна ульта. Поехали. Но это последний, скорее всего, зомби, поэтому можно и так сделать. Есть, победили. Так, ну что же, переходим на какой-то у нас получается четвертый этап. Предпоследний, короче. Смотрим, кто у нас тут. Ну давай, быстрее, быстрее, быстрее. Опа. Там у нас космические зомби, да, получается. А этих там никак под... Во. Цитрон. Ё-моё. Этот вот снаряд, и тут, конечно, не прилетают. Тут уж ты ничего не поделаешь. Через его щит этот луч. Так. Ё-моё, еще и бегуны. Уху-ху-ху-ху. Тихо, тихо, тихо. Ребята успокоились.
Так, что-то как-то... Йо! Вы серьезно? Ну, это, конечно, трешово. Это очень трешово. Ну, я вроде бы как должен все-таки победить здесь, да? Да, все отлично, ребят. Фух. Фига он там начал буянить. Не по-детски. Так, выстояли. Ну и остается последний у нас. Вот он. Последнее испытание, которое мы, наверное, пройдем сейчас. Гаргантюашечки, да, значит, здесь. Электрокамыш. Электрокамыш. Так, сейчас мы с тобой здесь и будут еще. О-о-о-о-о-о, куда вы-то тут? Пруд. Плохи дела, ребята. Дела плохи. Вот же они психи, да? Мы хоть кого-нибудь там побили? Поджарили? По-моему, никого. Еще идут. Еще партия водяных зомби. Опа, давай-ка. Вот так вот. Так, зомби-палач. Да сколько вас тут, а? Хорошо. Так, это у нас последний, наверное, зомбари. Сейчас я сделаю, наверное, вот так вот. Ну вот и все. Вот и все. Да, друзья, прошли. Прошли мы это событие с вами. Круто. Теперь нам нужно забрать награды. И посмотрим, что в этой пиньяте у нас лежит. 10 крокодильчиков. Окей. Галактический орех. Чеснок гарлик. Электрический камыш. Шарп драгон. И все. Ну, я так не играю. Я так не играю. Так мало всего дали. Блин, я думал, там будет побольше награды. Но что есть, то есть. Так, мы, кстати, давай-ка посмотрим, что у нас тут на прокачку. Погоди-ка, на прокачку мы еще же можем зайти. Надеюсь, магазин не зависнет. Давай зайдем, посмотрим. Нет, не завис.
Что это? Торчвуд, это семена на пенек. Пенек я не хочу брать. Пенек я брать не хочу. Костюм новый, да? Давай возьмем костюмчик. О, бесплатно. Что нам тут дадут? Цитрон. Ать, хорошо. Ну, я, правда, ребят, здесь прокачивать его не буду. Что еще тут есть у нас? Алоэ. Смотри. Хоп-хоп-хоп, пятерочки. Ну, опять же, ребят, такой себе, да? Так, счастливая зомби-пиньята. Давай глянем, что это за счастливая зомби-пиньята. Фасоль, ой, фасоль арахис. Так, тыква. Брокколи. И все? Это и было... А, ну вот же тут написано же, ё-моё. Ну да. Да, так. Зайду сейчас, наверное, на огород. Так, что-то тут у нас. Тыщенку еще дали. Зайду на огородик. Надо... Так, это не огород у нас. Что мне тут надо прокачать? Может, этого? Блин, 10 тысяч. Я манал, ребята. 10 тысяч он стоит на прокачку. Слишком круто, мне кажется. Давай вот этого прокачаем. Я, правда, не особо им пользуюсь, но все-таки пускай будет. Этим я тоже не особо пользуюсь. Ледяной дракон. Ледяной дракон. И все, остальные стоят 10 тысяч, ребята, на улучшение. Прикинь, по 10 тысяч, чтобы поднять уровень. Ну да. Когда же, ребята, появятся новые уровни, а, в этой игре? Вот кто мне скажет? Когда они появятся? И появятся ли они вообще? Пойдем на огород, зайдем. Там у нас, по-моему, очень много пустых мест. Забираем, забираем, забираем и сажаем. Так, Жужу, ты где? Давай вот этот ромашку. Так, пиньята. Ой, пиньята, Пенни. Где у нас Пенни прусует? Пойду гляну туда, что там у нас происходит вообще. Ну-ка, покажи. Глянем. Так, у нас... Ага. Какой уровень зомби? 8-й? Что-то круто тут, слишком. 8-й уровень зомби сразу же. Не хочу. Что возьмем, говорят? Что мы возьмем? Перец? Перец возьмем. Жгучий. Так. Что тут еще можно взять? Джека возьму. Подсолнух. Бомб-гранат. Да и, наверное, все. Больше мне тут особо никто не нужен, да? Дейзи возьмем. Так, мы, наверное, лучше сделаем через гриб.
Да и все, наверное. Через гриб. Летающих тут, наверное, не будет. Я думаю, ну, возьмем еще жабу с тобой на всякий случай. И вот так. Поехали. Само собой, начинаем с грибочков. Уже хихикает там, да? Уже хихикает. Что это у него за костюм? Костюм недобитого какого-то этого. Орла. Костюм недобитого орла. Что-то я не понял, что я... А, я там сажать не могу, все, я врубился, ребят. Подожди, а что они такие крепкие-то? Оп. И захомячили. Сгорел. Ты долго жуешь, парень. Очень долго жуешь. Как-то быстрее надо пережевывать пищу-то. Такс. Сюда, наверное, тоже надо или Джека, или кого влепить. О, видишь, опа, сгорел зомбарик. Так, что это за танцы начинаются сейчас? Угу. Подбили. Так, секунду. По-моему, все, прошли. Мы прошли 600 монет. 600 всего лишь монеточек. Ладно. Идем дальше. Так, здесь 800 монет. Опять же, блин, опять же уровень зомби. Восьмой, вот ты представляешь, восьмой уровень зомби. Это нужно равносильные растения восьмого уровня, чтобы как-то противостоять им. А у меня таких растений-то и нет восьмого уровня. Опять там зомбики стоят, выжидают, вынюхивают. Давай, я, наверное... А, там у них летуны. Тогда вот так вот. Там у них летающие зомби прибавляются. Так, а этот-то мне уже здесь, по идее, не нужен был бы. Так, ну что, грибы стоят на месте, все. Да костюм. Птенчик идет, ё-моё, а. Идет птенчик. Куда ты летишь, а? Карлуша, куда ты вот летишь? Джек очень хорошо их подбивает.
Я вообще жарит на изи. Прям на изи поджаривает. Так. А ну-ка, Джек. Поджарь-ка их там всех. Вот и все. Здесь мы тоже прошли. Фу, тихо, какой прошли. Я и не увидел, что они внизу там крадутся, а? Вот же супостаты. Так, прокачиваем с тобой перк. Или не открываем, по-моему. Так, следующий этап. 1000. Или 10 гемнатов. 6-го уровня зомби здесь. 6-го. Ой. Пушки, блин. Ай, это плохо, это плохо. Это, друзья мои, плохо все. Ну? Сейчас же пролетят, а? Карлуши. Ну, конечно, в одного бомбить, это... Это не резон, ребят. Ну, допустим. Сколько нужно набить-то вообще? Ой-ой-ой-ой, впустую. Куда ты там? О-о-о-о-о. Ну, по-моему, я не набрал, сколько там надо было. Шкала это, видишь? Сфейлились. Я не знаю, ребят, как вот этот проходить. Вот серьезно тебе говорю, я не знаю. Много раз пытался, и что-то я не врублюсь. Вроде бомбишь, попадаешь, а им по барабану на это все. Да, энергии больше нет. Ну что, друзья мои, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!